Аль-Фараби Искаков – редактор и собственник небольшого издания. На протяжении последних 2 лет его детище становится популярным. Однако еще совсем недавно журналист едва не потерял свой бизнес. Когда я только открыл газету, я набрал своих родственников, безработных родственников много. Я набрал своих, но потом дело как-то не шло. Потом я понял, что здесь нужно, специалисты нужны здесь. Потом они, как бы они не обижались, я их уволил. Трудоустраивать родственников частной компании, как это сделал Аль-Фараби, законодательство не запрещает. Чего не скажешь о государственной службе. В департаменте по делам государственной службы Южно-Казахстанской области отмечают, что в последнее время случаи кумовства стали проявляться по-новому. При принятии решений они могут отдать предпочтение своим родственникам. Что и имело место в Саргашском районе и в Максарайском районе. То есть они принимали решение по выделению земельных участков и выдаче субсидий именно в отношении своих же родственников. Общественники отмечают, что наличие кровных связей с кем-либо из руководителей того или иного государственного органа играет важную роль, особенно в южных регионах. К слову, практика показывает, что организации, строящиеся на принципах кровного родства, часто терпят убытки или еще хуже – банкротство. То же самое касается и работы госорганизаций, где вместо частного капитала менеджеры распоряжаются деньгами налогоплательщиков.